В структурном подразделении 12-й школы некоторым представителям сильной половины человечества пришлось под вечер ненадолго задержаться. Причина приятная и ответственная. Мы собрали наших мужчин, пап и дедушек, те, которые решились, пришли посоревноваться, устроить соревнования на доске, победить и принять участие в мероприятии в детском саду, куда ходят их дети. И проходит шашечный турнир. Проходит он благодаря помощи нашего депутата Семена Владимировича Куна. Он всегда нам помогает в проведении таких мероприятий. Инициативу проведения этого соревнования среди родителей ко Дню Победы проявил депутат Калищик Семен Кун, а компания «Уралкалий» финансово эту идею поддержала. И хорошо, что компания «Уралкалий» нам выделила средства на проведение этого турнира, на приобретение призов. Этот турнир по шашкам в нашем округе проводится впервые, ну и надеюсь, что мы его будем традиционно проводить. Отметим, что за неделю до этих соревнований шашечный турнир собрал 8 лучших детишек из старших и подготовительных групп. До этого они сразились в своих группах, а позже оказались здесь. Имена тех, кто отличился и получил дипломы и подарки, вы видите на экране. Теперь же за этими столами главы семейств. Инициатор соревнования Семен Кун тоже принял в нем участие и уступил своему сопернику. К слову сказать, на этом турнире собрались достойные противники. У большинства многолетний опыт и всяческие разряды. Скажите, пожалуйста, как у вас игра проходит? Нормально. Как зовут вас? Иван. Как давно играете в шашки? Не срубите. Очень давно, с детства. То есть уверены в своей победе? Как повезет. Есть среди пап и те, кто давненько не брал в руки шашек. А кто инициировал ваше появление здесь? Жена, может быть, ребенок? Жена. Жена отправила. Жена приказала, я пошел. Умеете играть в шашки? Умею. Давно не играл, но это... Игорь уверен, что у него все получится, ведь рядом моральная поддержка. Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Ну, Гоша. Гоша, ты сюда с кем пришел? С папой. Болеешь за папу? Ну, да. Папа не подведет? Ну, да. А сам умеешь играть в шашки? Ну, да, тоже умею. Громче говори. Ну, я тоже играл в шашки, как бы. Болеть пришлось недолго. Соревнование прошло быстро и слаженно. И вскоре определились лучшие из лучших. Имена победителей в сражениях на клетчатых досках вы видите на своих экранах. Они получили грамоты и дипломы, а также наборы шашек и других настольных игр для домашнего досуга. Поздравляют призеров и участников и желают всем мирного неба над головой. Олеся Петровичева, Кирилл Литвин и вся телекомпания «Соль ТВ».